Жители Одинцовского округа смогут принять участие в голосовании по выбору прудов и озер для очистки в 2022 году по программе губернатора Андрея Воробьева. Опрос пройдет в сентябре на портале «Добродел». В основном на объектах убирают мусор и сухостой. Если водоем нуждается в более глубокой очистке, решается вопрос о привлечении средств из федерального бюджета. Глава муниципалитета призвал жителей принять активное участие в голосовании.